Всем привет, ребят. Прости меня за то, что не было очень много видео, потому что я была очень занята. Были экзамены, хоть я перешла только в 7-й класс, но нас заставляли решать. То есть, именно, конечно, закончила я не очень-то уж хорошо. Ну, сейчас я нашла время, чтобы снять видео для вас, потому что вышло обновление, потому что очень хороший праздник выходит, это 12 июня, и я даже не заходила в Атарию, я вообще не знала то, что тут на 1 июня 30 золота, просто я их не получила, и все, вот так. Блин, конечно, было жалко то, что я не получила эти золотые монеты. У меня здесь достаточно много денег. День России, праздник. Просто дают нам граффити, которые нам дали, кстати. И видите, колесо фортуны, то есть обновление все хуже и хуже в Атаре, реально вам говорю. Я играю всего лишь год, даже больше, что я играла в Одноклассниках. Сейчас я в Одноклассниках не играю, потому что это мне не сильно нравится, там я на 9 уровне за 3 года. Я пришла в соцсеть Аватария, я скоро будет трата золота, я подниму свой уровень. Вот эти новые костюмы, кстати, вышли, о которых я не знала, просто не знала. Мне очень сильно нравится вот это, ой, стоп, вот это платье, понимаете, если бы не вот это, не вот эти бы трусы и лифчик, оно бы все очень хорошо шло. Добавляем в аватарию, добавили нечаянно еще костюмы, очень нечаянно, видите, конечно, очень все хорошо, но достаточно дорого для наших аватаров. Отдать за этот костюм 316 золота никто не хочет. Ну, посмотрите просто на эти цены. Это же просто ужасно. Отдать такие кинонаряды по 300 золота для меня когда-то сильно очень дорого. По сравнению с обновлениями того года, они были просто сногсшибательны, потому что вот дай понимаю, за это можно дать костюм, за ним можно дать 317 золота. За это тоже можно, как бы, ну, понимаете, в Анте сильно очень дорогие. Реально, по сравнению с этим даже. Где мне дали граффити. Оно в инвентаре, видите? Использовать. Вот я пойму кому-нибудь в гости и раскрасим у него стены. Я просто не вытерпела и решила перезагрузить аватарию. И идем красить там стены кому-то. Да. Ну давай грузись. Идем, короче, мы к приятелю, к моему клану. Ну, грузись. Она сейчас не в онлайне, но мы пойдем и разрисуем стены, потому что это мой клан, то есть мой от. Блин, как вам объяснить, короче. Это такой клан в Аватарии. Такие две буковки от. Мастера объяснять, конечно, я. Я хочу вам посоветовать очень интересную группу. Просто интересная группа. Тут показывают очень красивые картинки, сохраненки. Вам понравятся очень красивые фотографии, красивые очень записи. Я в этой группе администратор, то есть я создатель этой группы. Создатель еще моя одна подруга, и рекомендую еще одну группу. Это прикольные и смешные моменты, просто офигенная группа. Тут очень хорошие мемы, так что подписывайся, я тебя буду ждать. Короче, я прошла к ней в комнату, тиру, в общем, дворец, и ищем комнату, где ее разукрасить.
Давайте зона вылета раскрасим там. С кем разговаривать? Блин, аватария лагает сильно жутко. Я просто хожу по аватарии и нифига ничего не делаю. Ну вот тут начало загружаться, да? Надеюсь на это. Короче, я пошла в квартиру к моей подруге, и мы ищем комнату, короче, которую можно разукрасить. И давайте, пускай это будет... Вот в эту комнату не завидуй. Да, как раз. Да ну блин. Короче, ребят, мне обновление понравилось. Мне пора заканчивать. Всем удачи и добра. Всем пока-пока. Ребят, я смогла. Я нашла место, где раскрасить. Просто реально я нашла место. И накрасит. Вот, я красиво очень разукрасила, но эта фигня, блин, просто мешает. Ну, пока-пока.